В Грозном во время перерыва футбольного матча «Спартак», «Ахмат», сотрудники полка Кадырова, охраняющие порядок на стадионе, применили силу в отношении нескольких фанатов красно-белых. Представители московского клуба «Спартак» заявили, что сейчас выясняют обстоятельства случившегося. В социальных сетях сообщают, что болельщиков скрутили за оскорбление на религиозной почве. Есть еще версии, что им досталось за неуместные кричалки во время матча. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.